Информационное агентство новости. Телекомпания Eagle International представляют. Сегодня и ежедневно на канале РТР в эфире программа «Добрый вечер». Сегодня в студии путешественник Виталий Сундаков, композитор Юрий Антонов, певица Ирина Шведова, оркестр Левона Аганесова, ведущий программы Игорь Добрый вечер, дамы и господа, товарищи и товарищи. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Друзья мои, мы с вами с детства склонны к перемене мест. За последние несколько лет российский народ как с цепи сорвался. За это время мы с вами, наверное, совершили столько вояжей, сколько весь остальной цивилизованный мир. Уже сейчас многие из вас, наверное, задумываются, куда пойти, куда податься летом или даже весной. Казалось бы, все просто. Взял билет, сел на самолет и все, да, все дела. А каково было путешественникам в древности? Взять хотя бы поездку по Великому Шелковому пути. Да, туда едешь гладенько, а обратно против шерсти, да? А великий чайный маршрут, сколько чайников на пути, пока всех объедешь, весь выкипишь, да? Или взять, к примеру, Колумба. Для себя и для всех остальных открыл страну Мальборо. Правда, Мальборо. Он сначала в Индию... Левон, будьте любезны, произнесите еще раз слово Мальборо. Мальборо. А еще раз. Мальборо. У меня так не получается. Мальборо. Итак... Колумб открыл страну Мальборо. Правда, он сначала в Индию подался. Но быстро передумал. И правильно. Левон, вы курили когда-нибудь индийские сигареты? Курил. Жуткая гадость. Вот. Вот и у Колумба была губа не дура. Всем известный путешественник Наполеон объездил почти все европейские страны. В Африке был, Москву посетил ненадолго. Но к концу жизни понял, что отдыхать лучше всего на островах. Там и остался. А некоторые оригиналы отдыхают в движении. Построят плот и плывут по течению. Но вы думаете добровольно? Это просто жены сплавляют на пару месяцев своих мужей куда подальше. Вот и все. Навстречу утренней заре. Пангаре. Да. А что тянет людей в горы? Вы думаете, веревка? Нет, просто желание влипнуть в историю. Взять хотя бы странноватое хобби шпаро с сыновьями. Ну, вы знаете, да, каждый год приехать на Чукотку, забраться на середину Берингового пролива, слегка дрейфануть, сдрейфить и вызвать спасателей. Похоже, выполняет чье-то задание, проверять, кто лучше работает, наши или американские спасатели. Приятно, что в этом году наша взяла. Каких только путешествий не появлялось за последнее время. Вокруг света за 80 дней, вы помните. Жюль Верн хоть и фантаст, но и он не мог предположить, что в наше время станет популярным. Вокруг света за 100 тысяч долларов. Можно? Но дороже все-таки путешествие на Луну, в которое частенько отправлялись американские астронавты. Любое из этих путешествий обходилось американским налогоплательщикам в пару миллиардов. А наших это тоже заело. И сейчас на Звездном разрабатывают круиз на Марс. Программа потрясающая. Год туда, год обратно, 3 дня там. Экипаж из 3 космонавтов. Один из них новый русский. Он и оплачивает весь проект, плюс банкет на Марсе. Все необходимое для банкета летит отдельным транспортным кораблем. В нем всякая мелочь. Зубочистки, официантки, малиновые скафандры. Но есть еще один вид путешествий. Нет, это не к Северному полюсу на лыжах и не на дно морской за капустой. Это гораздо более приятный и безопасный вид путешествий. Приходить в гости в программе «Добрый вечер».
И сегодня у нас в гостях путешественник, руководитель российской школы выживания Виталий Сундаков. И ему первому я говорю сегодня «Добрый вечер!» Друзья мои, перед вами не просто путешественник, перед вами путешественник с мировым именем. Человек, которого много раз могли легко съесть, легко убить, легко укусить, я не знаю, там, разрезать и так далее, и так далее. А этот человек в 89-м году, правильно я говорю, да? В 89-м году изобрел, если можно так сказать, школу выживания, которая называется «Палвиз». Можно сказать, что это означает это слово и вообще, что означает школа выживания? Ну, она на заре так называлась, своего образования. Палвиз, Палкевич Виталий Сундаков. Палвиз. Да, так. Палвиз, да. Так. Сейчас она называется Виталис, жизненный, или Виталий Сундаков. Да. Это русская школа выживания. Вот, если совсем коротко, в ней 70 дисциплин, Игорь. Говорить об этом можно бесконечно, поэтому очень коротко. Это и гражданское выживание, и социальное, и духовное, и экстремальное, и так далее, и так далее. Рассчитанное на все аудитории, на все возраста и на все профессиональные виды деятельности. Потом, что такое экстремальная ситуация? Бабушка в гололед вышла на улицу, для нее уже экстремальная ситуация, правильно? Что делать бабушке в гололед? Да, что делать бабушке в гололед? Какую палочку взять с собой, какую обувь при этом одеть, как передвигаться, как ножки ставить и так далее. Все, 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 да. Вы упомянули Палкевича, Яцек, да, его зовут? Это знаменитый путешественник. Как вы с ним ладили и как вы с ним познакомились? Ну, познакомились в 89-м году, потому что он создатель Европейской школы выживания. Я искал контакты с ним и нашел. Мы сделали целый ряд совместных экспедиций. Я посмотрел, что такое итальянская, европейская школа выживания. И на каком-то этапе мы расстались, потому что цели и задачи, стоящие перед ним, мной, их школы и наши достаточно разные. Вообще это фантастика, взять и отправиться в прошлое, в каменный век, когда люди живут просто в каменном веке, первобытном общинном строе, да? Да. Вас, когда вы открыли это племя Яномани, да? Правильно я произношу? Яномани. Яномами, да? Да. Индийское племя, индийцы. Вас там не пытались женить на какой-нибудь индийской? Нет, ну, конечно, пытались. Пытались. Расскажите, конечно, нам же интересно, боже мой. История эта интересная на самом деле, да, потому что мне понравилась очень маленькая девочка. Да. Года 4-3, ну, просто ребенок, сладкий ребенок. Я взял ее на ручки, носил, целовал, она меня обнимала своими ручонками. Посмотрели на это братья, родители и... Принесли, положили мне ее в гамак. Честный это... человек ты должен жить. Да, прекратите, да. Кавказец. Ну-ка, прекратите. Так, 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 так. Подождите. Так. И предложили взять ее в жены. Я, да, естественно, возмутился, да, этому, да, факту. Ну, к тому времени я еще не знал, что я должен вырастить эту девочку до того времени, когда она может быть женой и матерью, и затем взять ее в жены. Вот была такая история. Я бы забрал эту девочку, усыновил бы ее, если бы, например, венесуэльские власти разрешили мне вывести этого ребенка из Венесуэлы. Скажите, пожалуйста, вот вы, автор школы выживания, вот что мне делать? И помните ли вы встречу, первую встречу с каннибалом? Вот я иду по джунглям, да, там опасаюсь укусов комаров или там еще каких-то змей, и вдруг передо мной появляется голый человек. На самом деле это замечательно по двум причинам. Не что он голый, а что он появляется. Так, да? Интересно. Потому что журналисты, я такое отступление маленькое, меня часто спрашивают, вот когда состоялась ваша первая встреча с первобытными людьми, да, что вы думали в эту минуту? Ситуация разрешилась благополучно, вождь племени принял и улыбнулся, и стал обнимать, и стали обнимать воины этого племени. Очень искренне говорю, когда я обнимался с ними, то я думал, ну надо же, никогда не думал, что буду обниматься с голым мужчиной. Если посмотри, здесь каждый... Да, да, да. А вообще, если тебя встретили... А, вот, пожалуйста. Да, да. Никогда не думал, что буду обниматься с голым мужчиной. Ну да, это я уже вот в таком виде. Вот, это вот Виталий Сундаков с вождем племени, нормально? Так. Если встреча произошла, и ты жив, то все прекрасно на самом деле. Потому что если бы тебя хотели убить, они бы сделали это незаметно для тебя. Яд Курара, Яропанна, духовое ружье. Вот, да, и все. И тебя нет.
Поэтому, если люди появляются, начинают даже кричать, пугать, размахивать копьями, натягивать луки, то у тебя уже есть уже большой есть шанс остаться живым, да, и это плюс большой. Как вы открыли это племя Яномами? Ну, целенаправленно. А Яномами известно очень много. Они живут при миссиях с миссионерами, но меня интересовали племена, незнакомые с цивилизацией, живущие первобытным общинным строем. И я 2 года подготовки этой экспедиции посвятил, и это удалось сделать. Как на... Вы, естественно, изучали их язык, да, вынужденно, да, естественно. Да, да. Как по-яномамски звучит «добрый вечер», например? И можно об этом сказать, но несколько метафорично. «Здравствуй, до свидания, пожалуйста, спасибо», этих слов там в лексиконе просто нет. Да. Но есть степени, да? И вот, предположим, «жарко», «епри». Или, если я хочу сказать «очень жарко», я говорю «епри». Да. Значит, вот, например, «женщина красивая», да? Я на нее посмотрю и скажу, и больше ничего не больше нужно не говорить. Больше не надо ничего говорить. И поэтому, если вечер действительно замечательный... А у нас на Кавказе тоже так говорят. Да вы дитя гор, посмотрите. Совершенно верно. И поэтому, если вечер действительно замечательный, как сегодня, то достаточно посмотреть и просто произнести... Ну-ка, давайте, зрители, все вместе. Ну-ка, произнесем на мамске. Ну, 3-4, и... Отлично, чудесно. Обменялись. Обменялись, да. Говорят, что вы подарили нашему мэру Юрию Михайловичу Лужкову какой-то треснувший сосуд из Амазонии. Это вам школа выживания позволила добраться до мэра? Да, это было очень непросто. И возобновить эту встречу сейчас непросто. Мы с ним наметили создать музей русских экспедиций и путешествий, но он очень занятый человек. А здесь я просто приложил все усилия, чтобы с ним встретиться. Это было дипломатическое поручение от вождя племени. Что вы говорите? Да. Он мне однажды спросил, много людей в твоем племени? Я сказал, больше, чем звезд над головой. А значит, у вас много коллектив... Шабона? Шабона — это коллективное жилище. Я говорю, да, больше, чем деревьев на твоей земле. Он сказал, значит, есть главная шабона? Да, сказал я, столь же красноречиво, как он. Москва. И когда я уходил из племени, он подарил мне чашу тропическую, сделанную из тропического плода, и попросил передать это хозяину главного шабона. Ну, хозяин главного шабона Юрий Михайлович Лужков. Да. И я долго не мог с ним встретиться, но потом мне приснился страшный сон, этот вождь племени, когда я уже был здесь. Почему-то говорил, не выполнил почему-то... мою просьбу. Да. Да. Я подошел к чаше, она оказалась треснутой, потому что влажность другая, я понимаю. И я приложил усилия и передал ему эту чашу. Вот тогда-то, в общем, и возникло решение о создании музея. Правда ли, что вы собирались отправиться в путешествие и найти какой-то русский пиратский клад? И если бы вы нашли, вы бы 25% забрали как бы себе, все остальные отдали бы государству, да, в котором бы вы нашли. Да, здесь половина правды, как, во, как, всех, всегда, как во всех слухах. Да. Да. Не столь клад, сколько документально доказать русский след в истории пиратства. Карибского бассейна. Один из известнейших пиратов был нашим соотечественником. Вот. Это пока все, что я могу сказать, потому что пока у меня не будет убедительных доказательств, у меня есть основания, что не будут, я не готов говорить на это. Я хочу тут найти фотографию, я у вас видел. Какую? А, где вы в гриме? Сейчас я найду ее. А где я, сейчас... где я, папуас? Да? Да. Где это? Да, 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 да. Ну, это мы не можем показывать зрителям, да, это ваши, это, ваши это... жены. Это вот. Да, там много фотографий жен, которые предлагались Виталию Сундакову. Смотрите внимательно. Вот это Виталий Сундаков. Сейчас вам покажу. В середине. Вот, вот это. Да-да-да, это он в гриме. Да, сегодня грим накладывали. Говорю, ничего, немного? Вот, я говорю, вот нет, хорошо. Немного. Там значительно больше. Итак, значит, если русский клад будет найден, будем русский пиратский клад, да, вы все-таки должны будете отдать часть государству. Да, я готов отдать государству все. Была бы найдена правда. Лишь, да, бы найти, да, лишь бы найти. И на самом деле дело так и обстоит, потому что с собой ничего не унесешь. Это все должно принадлежать стране, благодаря которой ты сделал эти открытия и создал этот музей. Но важно создать, найти, привести образцы материальной культуры, свидетельства, доказательства. Меня не влечет спортивный интерес. Меня влечет тайна, загадка, открытие и правда. Прежде всего правда. Но своего рода это уже... путешествие и вас, то, что вас влечет, это уже как наркотик, вы уже не можете избавиться, да, от этого. Да, это правда, это правда. Я физически заболеваю, находясь более 2-3 недель в самом лучшем городе мира, в Москве.
Вас тянет все время туда. Да. Но там же каннибалы, вы были часто среди них. Они едят людей. Ой, и нет. Вас могли легко съесть. А вам предлагали вот филе какого-нибудь известного там местного жителя? Вот, нет, пожалуйста, нет, вот Бог... вы только что с ним здоровались. Да, да, угощайте. Так, да, угощайте. Ну, Бог миловал. Нет, потому что на самом деле это не дань гурманским потребностям. Это ритуал, который происходит крайне редко и особыми обстоятельствами должен быть вызван. А по поводу страшно, ну, согласитесь, бывает страшно и у нас дома. И риск существует всегда. Ну, волков боятся в лес не ходить, да? То есть вы из нашего выбрали свой риск, грубо да, говоря. Да, свой риск. Теперь я вам задам, естественно, я бы с вами разговаривал вообще сегодня весь вечер. Но, к сожалению, рамки передачи не позволяют этого. Я задам вам последний, банальный вопрос, который задается всегда в конце эстрадным и артистам. Какие творческие планы? Куда собираетесь? Я понимаю, две недели закончились, да, которые да, вы провели в Москве. Да, куда сейчас? Сейчас я собираюсь найти культовое святилище кемерийцев. И у меня опять есть очень много шансов, что я найду. И, может быть, мы об этом скоро услышим. Это на территории России самое интересное. Как это? Конан Варвар, знаете, да, такой кинематографического героя? Да. Да? Вот он наш с вами земляк. У меня есть все основания доказать. Это ближайшая экспедиция, вот буквально через полторы недели. А следующее – это Тибет, поиски легендарного тибетского мастифа. Размером с ишака такая собачка большая. Вот. И я тоже хочу обнаружить эту собачку, и если удастся, привезти ее к нам в Россию. Вот наш общий друг Саша Иншаков, да, обрадуется, который разводит мастифов. Это его идея, между прочим. Его идея. Да, его идея. Замечательно. Итак, у нас в гостях был потрясающий путешественник Виталий Сундаков. Спасибо. Огромное спасибо, что вы пришли к нам. Я надеюсь, спасибо. Что мы еще не раз встретимся и пообщаемся. Спасибо.